Всем привет! Это Ольга, канал Лама.ру. Сегодня не совсем хоббийное видео. Друг подарил вот такой вот пазл. Деревянный. Мандала 200, по-моему, да. Вот. 200 деталек в нем. Мы вообще пазлы не собираем. Я не знаю, получится ли собрать этот. Какой-то он, по-моему, сложный. Но надо попробовать. Что это? Это... А, это установ. А, он, то есть он как-то защелкивается и держится. Слушайте, ну деталей очень много. Что здесь написано? Туни дракон. Ну. Все, по-моему, не просто на вид. Деталь в виде бабочки, в виде непонятно чего. Еще непонятно чего. А, все, они вообще все разные. О, и как это собирать? Не для средних умов. Нет, это не для средних умов. Придется привлечь мужа. Я думаю, программистам все под силу. Прошло 2 часа. Всего полтора, что ты врешь? 2 часа. И вот столько сделано. Вот столько... Не сделано. Попробуй, оказалось, попробуй что... Сама. Да я ничего не говорю. Ну, муж продолжает. Поздний вечер первого дня. И собрано, как вы видите, вот столечко. Муж молодец, но это... Обалдеть, как сложно оказалось. Вот столько деталек. 6+. Самое интересное, что на коробочке написано 3+. Ну, не знаю, кто там маленьким детям такое даст. В общем, ему еще много работы предстоит. Но получается нарядно, цветно. Красиво. Итак, уже в этом году я закончила скреплять то, что у меня собрал муж, мандалу эту. Я все думала, как бы сделать так, чтобы эти детальки держались, ничего не отваливалось. Вот, потому что в комплекте, вы помните, я показывала, были вот такие две штучки. Видимо, подставка. Кстати, это еще непонятно, как эту подставку использовать. Все не для средних умов. Но я, по крайней мере, я вижу первый раз подобное и никогда с таким раньше не сталкивалась. Я знаю, что обычные пазл как каким-то специальным клеем склеивают. По крайней мере, я видела, что в магазине он продается. Но я пошла другим путем. Я приклеила с другой стороны тонкий лист бумаги. Обычной пищи. У меня вот есть такая желтая. Она тоненькая очень. Тоньше, чем обычная.
И использовала клей для декупажа. То есть он такой, когда высыхает, такая поверхность становится тверденькая. А с этой стороны, на всякий случай для крепкости, я покрыла матовым акриловым лаком. Ну, он тоже на водной основе. Ой, кстати, здесь вот большой след остался. Ну, в целом вроде неплохо. Вот ее можно брать, переворачивать. Можно куда-нибудь приклеить, можно поставить, наверное. Можно повесить. Вот такая мандала. Я бы никогда ее в жизни не собрала. Но муж смог. Спасибо, что посмотрели. Если кому-то было непонятно раньше, как собирать такие деревянные пазлы и как их потом скреплять, то вам теперь стало понятно. И вы можете оценить свои силы. Соберете, не соберете, я бы не собрала. Вот. Муж, ну, наверное, понемногу, не с утра до вечера, но в первый день, наверное, очень долго собирал. А так ему, у него это заняло, ну, может быть, неделю. Вот. Очень сложно все подбирается. Все вот эти вот детальки, они все разной формы. У них только кусочек виден этого узора. Цвета здесь бывает повторяются. И где один с другим состыкуется, когда их лежит множество, очень сложно понять. То есть буквально много-много раз просматриваешь каждый этот кусочек и смотришь, ну куда его можно применить. Начинал он собирать, как вы видели, с серединки. В общем, сложная вещь. Не знаю, как с этим могут справиться дети. Там на коробке было написано, в общем, детский возраст. Спасибо, что посмотрели. Ставьте лайк, если понравилось. Подписывайтесь. Приходите еще. Пока.